он будет к вам тянуться, да. Wir werden noch mal messen, stell ihn mal gerade hin. Was ist denn das? Oben mit dem Kopf. Oh, jetzt ist es anstrengend. Ja? Darf ich machen? Da muss mal Wasser geben, Mensch. Также для вас организованы шашлыки. Желаем вам приятно провести время на нашей выставке о вашем собаке наивысших мест. Генеральный спонсор нашей выставки – компания «Пурина», производитель кормов «Проплан» и «Горчао». Спонсорами выставки являются компания «Радио Канин» и клуб «Четыре лапы». Обязательно будем. На следующий год будем. Man kann nicht nur im Zwinger sitzen. Statt dass es in die Sonne getragen wird. Die geht nach unten, die geht nach oben. Затянутые. Уши. Очень.
Очень хорошо, очень хорошо. Er muss mit ihm, sag ihm doch bitte, er muss mit ihm was unternehmen. Вам надо больше внимания. Он muss aus dem Zwinger, der muss was kennenlernen. Почаще его с клетки доставать, побольше с ним гулять, ходить, в магазин с собой берите. Ну, в общем, das ist jetzt zwei Jahre alt, der kennt noch nichts von der Welt. Потому что он, да, проблема из-за того, что он этого ничего не знает. Значит, чтобы он немножко привыкал. Тем более для Яковлевна, при его характере, робость, тем более удивительна. Так стандартный, не пугливый, да, храбрый, да. Но и не... Вся ситуация 16 числа была выставка, и вот на таком столе и человек подошел, стол толкнул, он загремел, и вот этот момент испугался, это 2 недели прошло. Чаще ставки. Ну, на таком столе. А, значит, а если оценка за шерсть очень хорошо, то может все-таки. Нет, если Haarwert sehr gut ist, dann darf der Hund mit vorzüglich bewertet werden. Да. Вот как бы я, а вот правильно. Насколько оценка за шерсть влияет на оценку получаемую собаку? Der beeinflusst die Note, kann ihn sehr beeinflussen. Aber man kann nicht ein V kriegen in der Form, wenn man ein G im H hat. Das passt nicht zusammen. Просто несоответствие получается, если за форму получаешь отлично, а шерсть хорошо, это так не бывает. Это несоответствие, непропорционально получается. Weil in хорошо и очень. Weil normalerweise wird ja auf der Ausstellung nur ein Formwert gegeben und nicht ein H-Wert. Das machen nur wir, weil wir das müssen, damit wir für die Zucht einen Rückschluss finden. Wenn der Hund in der Form ein V hat, dann sollte er auch im H-Wert bei SG liegen. Ага. Значит, если вот это по тому, как они проводят, есть такие выставки, когда, допустим, оценка по шерсти вообще, допустим, не обращают внимания, не влияет на это, вот и бывает и такое, да, это только форма. Но они так не делают, они оценивают и то, поэтому если и ставится очень хорошо, то допускается, то можно, вот это соответствует оценке отлично. Но при сравнении, например, двух собак, вот с оценкой отлично, шерсть вот уже будет иметь значение, ага, оценка за шерсть, да? Hunde, die Note vorzugend für die Form bekommen haben. Aber für das Haar, eine hat sehr gut, die andere hat auch vorzugend. Ja. Dann wer gewinnt? Ja, der mit zweimal V gewinnt. Обычно подделят тот, который две оценки отлично имеет. Ну да, вот я имею, да, да. Üblicherweise. Давайте допрашивать, Ausnahmen. Господа сторонние наблюдатели, возьмите, пожалуйста, ринг. Даже если вы с камерой. Хорошо, но мы эту тему, хорошо, мы эту тему говорим, потому что сейчас идет ринг, я не могу говорить. Как-то я не вижу, коробка вылечит. Мужики, отойдите от меня. Прошу. Там одни женщины. Я сейчас пойду проверю. Каким образом? Ты наберешь людей. Так, чтобы было два. Если она его не укусит, то она сама уже. Это нормально.
Где фотографии? О, здесь где журнал? Не смотрел. Кроме дотума. Нормально. Leichte Verstellung von S3. S3 unten. Недостаточно меха для собаки, недостаточно. Много и редко. Красиво. Жалко, что лошадь. Посажены далеко сзади и носят приподнятыми, а надо, чтобы они стали. Внимание! Третьедетки овчарки, суки юниоры, приготовятся к экспертизе винт номер один. Пройдитесь еще. Приготовятся к экспертизе винт номер один. Можно посвистеть, чтобы души поставим, нет? Вы не это, нет? Я спрашиваю. Also der kriegt, der hat 36,49, dadurch kommt er auf jeden Fall aus dem V raus, sondern kriegt allerhöchstens ein SG. Внимание, в ринг номер 2 приглашается китайская шоколада. Для экспертизы в ринг номер 2 приглашается китайская шоколада. Великая наша столица, всей нашей родины. Жора, наверное, привет. Господа болеющие, чуть тише, пожалуйста. Тогда давайте шага на 4 назад. Извините, ой, замечание принято. Внимание, продается щенок Мокса от интерчемпиона Ванечка Кожаный Носик. Координаты владельца находятся у комментатора. Продаются щенки американского бульдога от гранд-чемпиона Украины, чемпиона России, Белоруссии, Молдовы. Вот так, прямо, потом влево, потом на нее, треугольник. Отлично, кандидат чемпиона Украины. Координаты владельца у комментатора. Продается американский стаффордширский терьер от одного из ведущих питомников Европы, Бакарора энд Итугори, Россия.
продовжується чинок американського старт-прем'єра от одного з ведучих питомників Європи. Боком, 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 пусто, о, ось. Виравняй, бо могу знайти. А так, ось. Ногу підберіть, чи не? Ти в яму поставив її просто, в яму перейти. Присядь, возьми його, возьми быстро. Чого не знаю, я не слышу ручки. Внимание, тринадцатая остановка. Успокойся. Успокойся. Да, на сайте нужно. Не так высоко, она не должна его посмотреть. Данкса. Не спешите потихоньку. Да, wo ich schauen muss, hat das einen Finger. Да, она хочет посмотреть. Вот так, да, вот лучше. Nur in die Mitte, so. M3-2 Finger. Оба? Beide, oder? Не было никогда такого. Что вот все здорово, первый раз. Нет, все здоровы. Не считали же. M3 пара? M3 beide fehl. Zwei beide. Was ist mit dir los, ha? Ist das so schlimm? Ist er tätowiert oder Chip? Chip у него или Палатка, которая находится на центральном поле. Палатка белого цвета.
ganz ziemlich dunkle Maske. Und wenig Farbe über den Augenbrauen.